Алло, президент слушает. На проводе Порошенко. Пранкеры Lexus и Вован в очередной раз позвонили украинскому лидеру. Правда, от чьего имени был совершен этот звонок, они пока не раскрывают секрет. Заверяют пранкеры, что Дональдом Трампом, с которым, кстати, вчера созванивался Порошенко, они не представлялись. Между тем, это уже не первый их разговор с Петром Алексеевичем. В начале года они звонили от имени турецкого президента Эрдогана. Беседа длилась полчаса, и за это время Порошенко их не раскусил. Как у вас дела? Спасибо, хорошо. Как у вас дела? Ну, у нас очень нестабильная обстановка, но мы пока что держимся. Ну вот кто говорил с Порошенко на этот раз, мы скоро узнаем. Обещаю, Лайф будет следить за этой темой и за всеми телефонными переговорами Порошенко и наших пранкеров. И ведь он каждый раз верит.